Так, вот готовый корпус батарейки. Фольгой обмотан вот такой вот пористый элемент. Хочу продемонстрировать эффект один, который я не могу объяснить. Я их надел достаточное количество. Берем любой из них. И будем сухим порошком древесный уголь такой фракции зернистый. Вот батарейка, она немножко разряжена. Так, вот он показывает. Ну, больше 1.5 вольта. Так, электрод. Закрываем поролончиком отверстие. По мере заполнения я сейчас буду делать замеры. Немножко уплотнить надо. Ну вот я немножко уголь забил. Теперь будем замерять. Вот сюда переключаем на 0.5 вольта. Теперь замеряем. Отрицательный. Положительный. Ну, 0.5 вольта мы имеем. Практически. Абсолютно сухой. Сухая батарейка, еще не заполненная. Вот напряжение немножко падает. Продолжим забивать. Ну вот я немножко уплотнил. Электрод уже хорошо зажался там. Гранулы его зажимают автоматически. Будем, ну, посмотрим, выросло напряжение или нет. Итак, корпус минус. Не, ничего не изменилось. Тем не менее, батарейка полностью сухая. Естественно, если добавлю воды, она вырастет.
Так, если переключить на 2,5. Мы также видим напряжение. Полвольта, как и показывает. На 10. На 50. Не знаю, как это объяснить, но вот все абсолютно сухое. Я сейчас, ну, высыплю снова. Вот я высыпал абсолютно сухой порошок. Сделаю еще раз это. Возьму другой электрод, вот этот или вот этот. Переключим на полвольта. Так. Ну, немножко там, вот так только углерода. Теперь замерим напряжение. Немножко меньше, чем первый раз. Дотрагиваясь даже до корпуса батарейки, есть напряжение. Так, если это сделать через уголек. Но выше. Ну, зависит от того, какой уголек. Если дотронуться до корпуса, то, в общем, медный электрод до корпуса батарейки, в общем-то, ничего не меняет. Не знаю, что это, и объяснить я никак это не могу. На полвольта шкала. В сухом состоянии напряжение есть. Ну, таким вот образом. Такой эффект. Все.